первая игра сегодня — это Party Hard. Но это не совсем, правда, пока еще игра, потому что игра все еще в разработке. Игра все еще в разработке, и они вот периодически накидывают. Я даже не знаю, доступны ли эти версии публично. Но мне вот приходят письма такие об этой замечательной, я надеюсь, игре, в которых рассказано, что вот мы тут запилили новый какой-то билд, и вот зацените этот билд. Суть игры в том, что преамбула такова, что в 3 часа ночи ваши надоедливые соседи устроили пати-хард. Вот. А вы, что совершенно замечательно, маньяк. Вот. Ну или, по крайней мере, человек, который готов стать маньяком, если его сон в 3 часа ночи будет потревожен. Вот. Что нужно делать? Нужно подстроить. Так, все-таки мне предлагают играть на геймпадике. Вот настоятельно предлагают поиграть на геймпадике. Ну давайте. О, я заюзал лестницу, и тут какие-то мужики панкуют. Вот тут я не знаю, ну-ка, get item. Вот я получил какой-то item. Вот где ты, я понять не могу. Ой, ё-моё. Я вот этот вот, вот видишь, это вот этот вот чувак такой танцующий. Вот этот вот, смотри, я курсором показываю. Ага, ага. Во, вот этот вот чувак, это я. Так, как использовать предмет? Это. Так, это ножик, хорошо. Окей, я отсюда просто выйду. Короче, такой. И буду надеяться, что нажав на что-то. Опа! Вот так вот я могу посмотреть их даже состояние. Так, как мне взорвать-то? О, взорвал! Отлично! Бомб эксплоужен! Я сделал бомб эксплоужен. И убил панков в комнате. Так. Мне нравится реально эта музыка. Она прям вот. Когда я смотрел фильмы в детстве, там именно такая играла. Мне нравится эта музыка. Так, больше бомб у меня, к сожалению, нет, поэтому я сейчас попытаюсь тут что-нибудь. Вообще, у меня есть нож. То есть, если вот это. Вот смотри, вот эта девочка такая, оп, сюда залезла. Я такой ее. Опа! Да? И трупачок. Относим. Так, а как тебя бросить труп? Во, бросили трупак, все, спрятали трупак, получили бонус. Вот тут вот что-то сверкало. В принципе, подсказывают таким вот сверканием. Во, вот здесь. Вот здесь я не понимаю, это вообще живой человек или мертвый, но на всякий случай я стабну ножиком. Это... О, можно спрятать тело. Вон туда вот? Да, а какое тело, интересно, я спрятал? Ой, а что это? А у меня как-то все это остановилось. Залипло? А да. Мышей попробуй. Вот я пытаюсь вот прямо сейчас. О, подожди. Что-то я, походу, зря захайдил это бади, потому что у меня игра больше не отвечает. Угу. Рестарт. Поскольку у меня не было бади в руках, то мне нечего было хайдить, как бы, и... Сломал игру. Да, я сломал текущий билд игры. Вот. Я сейчас посмотрю, можно ли что-то делать с этими знаками. Нет, с этими знаками ничего делать. Очень хочется, знаете ли, потанцевать между знаками. Танцует прям четко под музыку, кстати. О, интересно, я могу... Нет, я не могу ее убить. То есть я могу ее убить, но меня спалят сразу. Поэтому я не стану ее убивать. Так, вот я наверняка могу что-то, знаешь, что-то намухлевать с грилем. Я уверен, что я могу что-то намухлевать с грилем. Гриль. Юстрэп. Да, использовать ловушку. Ой, по-моему, меня спалили. Сейчас они вызовут полицию, и мне будет нехорошо. Так, вот будет дверь плохо. Можно. Да. Если нехорошо, то обязательно плохо. Вот, стабнул. Такой. И быстро пытаюсь... А чё курица? Вот эта вот курица такая. Курица, наверное, спалила. Вот мне кажется, что может спалить, да. Так, спрячем тело. Все, я спрятал тело. Ну, как бы. Странно, что они не реагируют на кровь, кстати, потому что целая лужа крови, но... Опа, подожди-ка. Я только что понял, что у нас тут висят ружья. И вот топоры. Это да. Нет. И рыба-меч. Нет. К сожалению, нельзя даже рыбу-меч. Даже а камин можно засунуть? Вот я как раз иду к камину. Нет. Так, нельзя, но можно открыть вот эту вот штуку. О, и вот о, где я оказываюсь резко. В баре. Подожди. Что там за мужик такой лежит, сено? Под звездами отдыхает? А вот наверное, мне кажется, в сено что тоже он... можно прятать. Мне кажется, что он либо живой, либо... Ну, в общем, как либо бы тут слишком много народу, да. Слишком много народу для того, чтобы его пытаться убить. Mm-hmm.
Зато я могу пос... вот по... О, что это, что это? Использовать ловушеньку. Ну-ка. Кто-нибудь у нее попадется наверняка. Я там что-то приоткрыл дверцу, судя по всему. Ну-ка, кто-нибудь. Вот ты. Опа! Опа. Вот это да. Минус один. Кстати, мне показывают вот в левом верхнем углу. Видишь, такие счетчики. А, черт, копов вызывают. Надо его убить. Не-не. Я просто как бы на вечеринке. Я как бы на вечеринке. Как бы ни при чем. Да, я танцую на вечеринке. Все нормально. Я вне подозрений. Все, копы зафиксировали просто. Копы просто зафиксировали. Жаль, что нельзя отравить пунш. Знаешь, там крысиный яд подсыпать в пунш. Да, мне кажется, это вот первое, что, что сделал бы настоящий психопат. Кинул крысиного яда в пунш. Во, сейчас... А, нет, нет, уже нельзя. Слушай, а если попытаться... Что? Было бы круто, было бы круто, если бы можно было, знаешь, что сделать? И тащи его в гараж. Да, да, во-первых. Да, во-вторых, да. Гаражной дверью прикинь кого-нибудь. Давай, в бочку, быстрее. Хайдбади, все, спрятали тело, отлично. Пум-пум-пум, все. А все-все-все, лужа крови. Ну, бывает, но это жизнь, что может у кого-то нос. Нос, да. Не, ну, всякое случается. Кровь носом пошла. Кровь носом пошла, да. Так, вот у меня знаешь, что еще? Вот, вот, что? У меня хорошее предчувствие по поводу вот этой штуки. Да, здесь тоже можно прятать тело. Отлично. Правда, у меня пока нет тела, которое... О, смотри, 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 смотри. Потенциальная жертва стоит рядом с гаражом. Вот она сейчас, мы ее аккуратненько... Кстати, а было бы клево, если бы можно было как-то, так, знаешь, типа, подманить. Так, подманить. Типа, пойдем со мной, вот сюда, вот за угол. Тут очень интересно. Так. О, подожди-ка. Вот сейчас, пока никто не видит, я же могу... О, почему я не могу? Видимо, нужно только нужно, чтобы кто-то был стоит. Прямо, да? Ага, окей, тогда ждем, пока кто-нибудь подойдет и гриль используем. Очень странно, так, а сейчас? Или может он только один раз может использовать? А я уже его разве использовал в этот раз? По-моему, нет. Не знаю. По-моему, я не использовал. Ну-ка. Я постою здесь, с вашего позволения, минуточку. Очень хочется вот убить его, но я вместо этого потанцую рядом с ним. Так. Так, еще вот это вот. Здесь можно, да, хайдить байди, но у меня пока нет байди, который можно было бы захайдить. Блин. Я уже хочу, вот хочу. Блин, ну тут слишком людно. Ладно, пойдемте убьем типа панков. Тут как раз рядом с ними бомба лежит, поэтому мы сейчас панков точно так же, как в прошлый раз, бомбанем. Хочется ибо бить курицу. Да, ибо нефиг, точно. Бить курицу? Да, я хочу пытаться убить курицу. Get item. Все, вот я такой беру item, ставлю item, ухожу. А теперь активируем item. Как тебе активировать item? Why там же было написано why use. Why? Да. Mm-mm. Во! Вот теперь активировал. На B. На B, отлично. Да. Только что подумал, что было бы неплохо их полутать, но потом понял, что они не лутабельны. Так, о, девочка, пойдем на сеновал. Я тебя там же и спрячу, в сене. Или вот ты ковбой. Давай, ковбой. Ковбой? Да. Пойдем со мной, ковбой. Вот эта курица какая-то подозрительная, знаешь, такая. Ух ты, а что это я могу сделать с курицей что-то? Убил курицу. Да, быстрым стабом. Давай, давай. Черт, еще курицу убил. Так, подожди, а людей так можно убивать? Фикус, а да. Тело курицы потом? Ну не, будет как-то стрёмно, если я возьму и... Что? Я понял, когда вот я зажимаю правый, левый курок... Ну, правый курок непонятно, что дает вот эти вот индикаторы, но когда я зажимаю правый курок, я вижу, кто меня заметит. Если я здесь... Совершу злодеяние. Вот видишь, здесь меня раз, и никто не заметил. Оп. Вот так вот. Ты понимаешь, да? Нет, ты понимаешь? И еще разочек. Все, я просек механику, и теперь фигачу со страшной силой. А, блин, только одно тело можно спрятать. Просто его туда в угол. Да-да-да-да-да-да-да. Я так и сделал.
как-то. Ну, правда, могут спалить его, как бы, и тогда им, конечно, не понравится увиденное. О, вот сейчас уже опасно, бородатенький. Бородатенький слишком близко. Подождите, панк? Я думал, я панков всех убил разом. Нет, один ну, остался. Ну, кто-то из них выжил. Ну, как это курица, за что? Ну, надо за было все? Потренироваться на чем-то. Просто. А на чем лучше тренироваться, как не на курице? Так, теперь вот ты. Вот я тут даже не буду смотреть, потому что я знаю, что меня никто не видит. Там в сарае висят всякие вилы, крючи, их тоже нельзя взять, да? Я пытался, я бегал там, и нифига. Так, прячем еще одно тело. Вот тут две трубы, можно спрятать два тела. Я, в принципе, оба тела уже спрятал. Мне кажется, еще... Еще вот в колодец можно... Вот в колодец, да, а остальные придется так растаскивать по углам, видимо. Сейчас вот... Блин, все толпой идут, а? Так, попытаемся гриль тогда испортить. Они что-то не хотят грилем пользоваться. Так, вот этот дерзкий. Так, девочка подходит. Девочка подходит, да. Блин, я прямо сюда. О, все, уходи, 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 девочка. И ковбой пошел. Сейчас, ну да, я так и думал, что панк тоже сорвался. Зашибись. Игра называется Party Hard. И мы устраиваем тут Party Hard. Ну, то есть тут уже как бы Party Hard. Мы делаем его еще более хардовым. Так. Слушай, а можно динамик сломать диджею? Вот это... Ну-ка, чувак. Не, ничего нельзя с ним сделать. А там вот бочки стоят в углу с ними. А вот я что-то никак не могу туда пройти. Ну, значит, видимо, нет. Так. Может быть, тут что-то можно сделать с кустарником? Нет, прятать в него тоже нельзя. Слушай, как-то это... Мне лично хочется побольше инвайрмента. Там засунуть труп в камин, там... Да, вот да, вот да, 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 именно так. Так, а труб курицы. С мотоциклом можно что-то сделать, нет? Зачем я таскаю труб курицы? Сейчас узнаю. Это не вторая часть. Я вначале уже объяснил и повторять не буду. Санампак сыграет первую часть. Спать. О, ну все, я, короче, понял, в чем косяк. Я опять на то же самое попался. Когда пытаешься захайдить труп тут без трупа в руках, то это у тебя получается, но единожды всего. О, ну-ка, не, нифига. Ну все. Ну как бы вот. Вот. Собственно, это игра Party Hard. Вот что она из себя представляет на текущий момент. Я повторюсь, что, к сожалению, не знаю, доступны ли вот эти вот разные билды общественности, но поищите в гугле Party Hard. Вот. И, ну, мне точно в руки попадал еще билд про вечеринку на крыше. Вот. А вообще на официальном сайте точно доступна оригинальная версия прямо в браузере. То есть это игра, которая делалась, по-моему, для Ludum Dare. Вот, она делалась на Ludum Dare, и там такая как бы очень ограниченная, но есть типа оригинальная версия, где просто дом такой. Просто дом такой с вечеринкой. Обычный. Не countryside, там не rooftop, а просто домик такой вот. Party Hard, собственно.